Впервые праздник такого формата прошел в крае еще в 2007 году. За 11 лет конкурс объединил тысячи семей региона, которые ожидали рождения ребенка и подошли к моменту творческим. В этом году тема конкурса «Две звезды», одна из которых яркая, неординарная, разносторонняя и успешная будущая мама. Мы отбираем, вот знаете, на уровне тонких материй, на уровне энергетики, потому что нам нужно создать в зале волшебство. Очарование материнства, любовь к своему ребенку, к своей семье, к своему мужу. Вот это девочки покажут, в общем-то, сегодня нам. Каждая участница подготовила по несколько номеров. Танец, песни, стихи и шоу-программа. В творческой форме женщины поделились историями своих семей. Рассказали, как вместе с мужем с нетерпением ждут появления малыша. Помощниками будущих мам на сцене выступили звезды барнаульской эстрады. Наша семья активная, мы любим участвовать в различных конкурсах. И мы решили тоже сходить поучаствовать, чтобы были у нас, памятные моменты в жизни, чтобы мы могли что-то ребенку показать, рассказать. В первую очередь это общение, это маленько отвлечение от всего то, что там, от бытовых будней. Все равно мамочки, которые сидят дома, ждут своего чуда, скучно, а здесь мы с девочками общаемся. В завершении праздника участницы прошлого года вышли на сцену, но уже не одни, а с малышами. Они спели колыбельную. Ну а будущие мамы пока готовятся к главному событию в их жизни и наслаждаются зрительскими овациями и положительными эмоциями. Ирина Корчагина, Александр Захаров, Алексей Фризин. Наши новости.